Wie immer habe ich auch hier versucht, auf dem Wege friedlicher Religion. Мы настойчиво и терпеливо пытались договориться с ведущими сторонами НАТО. Es ist eine Lüge, wenn die anderen Leute aufgehen, dass wir alle unsere Religionen nur versuchen, unter Druck zu setzen. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силу. Alle diese Gebiete verdanken ihre kulturelle Erschließung ausschließlich dem deutschen Volk. Danke, wurde von uns gedeint. Sie kennen die endlosen Versuche, die ich machte, seine friedlichen Klärung, seine Verständigung über das Problem Österreich, später über das Problem zu Städten, Land, Böhmen und Meeren. Es war alles vergeblich. Бесконечно долгих 8 лет мы делали все возможное, чтобы ситуация была разрешена мирными, политическими средствами. Все напрасно. В наши планы не входит оккупация украинских территорий. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Данциг war und ist eine deutsche Stadt. Korridor war und ist deutsch. Украина для нас это не просто соседняя страна. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства. Особо хочу подчеркнуть, вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает.